Всем привет! С вами Матвей и Илья. Сегодня мы будем, как вы знаете, играть в Майнкрафт. Да, кстати, когда я это... Ребят, Илья тут услышал где-то крипера. Не крипера, а это эндермена. Ой, эндермена. Ну, блин, что-то такое качество плохое. А, так, все. Да, ребят, где он его увидел? Я представляю сейчас тут крипер. Да я услышал его, ты что? Я представляю сейчас тут крипер. Давайте факел поставим, чтобы мы больше не боялись. Вот тут и вот тут. Ну так лучше будет. Ну хотя бы вот тут. Ставься! Все, я сюда не буду подходить зомби, потому что они боятся. Как вы знаете, света. Да, ребят. Кстати, он еще тут сделал шахту. Я вам сейчас все покажу, как он. Добыл железный меч, добыл же. Он тут еще дверь сделал, да. Ладно, мы с вами сейчас спустимся. Так. И вот тут у него что-то еще есть. Сейчас ну надо брать воду. Киркой сломаю. Ладно, пойдем, ребят, посмотрим, что тут. Так. Тупик. А если повернуть, тогда как будет? Так, у нас куда-то вот сюда еще кокола вышли. Может быть, сейчас алмазы найдем. Ты чего? Я тут много копал. Тут я, кажется, железо добыл или уголь. Там зомби был! Где? Где? Назад посмотри. А, это вода, точно. Чего-то... Ты куда идешь? Вон там конец. А там еще, кажется, вниз надо идти. Ребят, сейчас мы посмотрим. Да, вот это шахта. Сейчас мы начнем. Я только недавно играл. С вами? О, мать. Надо бы сделать на мой телефон канал. Так я забыл пароль. А у тебя он есть? Да. Да-да-да. У тебя нету. Графический ключ. Ребята, вы сейчас представляете, да? И сейчас тут куча железа и куча алмазов. Ну чё, факел это поставь. Так легче. Чё? Чё за фигня такая? Чё? Ребята, чё? Я красавчик. Чё за пещера? Бьём всех просто. Пока. Ни хрена какой он сильный. Ребята, я нашел пещеру. Еще крипер! Еще крипер! Где? Там в темноте. Где? Он уже взорвался. Видишь? Нет, вот он. Летучий муж. Еще железо. Ладно, давай добывать. Надо тебе мяско взять. Мяско, стейк. Стейк съешь. Нет. Я пока что еще не сильно голоден. Так, пойдем еще железо добудем. Вот оно. Наша милая. Уж 3 минуты прошло. Ребята, я нашел пещерку. А, кстати, если пацаны поставить, если дойдете до 5000 подписчиков, тогда я буду играть не по воскресенью, по пятницам, ну иногда-то по понедельнику, я буду играть подольше. А если вы поставите 8000 лайков, тогда я буду играть 2 часа. А, нет, не 2 часа. А, тогда будет... Так, я пошел еще разведывать. Что же будет? Надо подумать. О, уголь! И что? Это лучше, чем железо? Да. Привет, крипер. Дебилпер. А, иди! От кого? Это, железо добывать там, кажется. Их там два! Их там два! Я ж говорил, иди. Порох. Он убил другого крипера. Охренеть. Ты что делаешь? Факел. Откуда тут факел? Он взорвался. Там еще железка.
пошел сначала эту запеку, потом вернемся сюда. Только надо еще факел сделать, да? Да. Так, ребят, копай каменной киркой. А если будет алмазы, железной киркой. А если железо, тогда каменной киркой. О, ребят, я заблудился. А, нет, я не заблудился. Ох, ребят, сколько мы уже железа тогда были. И сколько? А если у нас будет стак, то куда мы его истратим? На железную дорогу. Зачем? Ладно, не зачем. Так, не знаю. Да, мы такие быстрые, зачем ты вот так вот сделал дорогу? Это не я. А кто? А как мне еще делать, блин? Тут вода, надо еще это тогда камнем все разложить, и все будет нормально. Все. Теперь можешь быстрее. Все. Пускай. Дышишь? Вася! Ладно, ребят, мы добыли с вами железо. Кстати, все, скоро будем по двоими играть. Там это... Один друг это... скачает один, ну, Майнкрафт, такую версию. Мы будем по двоими играть. О, жареные. Так, ребят, короче, я пошел делать... 6 минут. Всем пока, ребята.